понимаете, что произошло? Вы нарисовали в середине, правильно? А на самом деле не середина должна быть. Почти правильно. Вспомните, пожалуйста, как вы здесь делали. Вы здесь брали, параллельный перенос делали. Так? А там все равно грижу табель придется рисовать. Да. На три равные части. Да. На три равные части, это примерно вот сюда, правильно? И чему будет эта линия параллельна? Давайте посмотрим. И какие буквы ставить? То надо поставить какие-то две буквы. Верхний треугольник, какая будет буква? А, конечно. Да. А этот? Г. Отлично. И надо вот так вот отметить, что вот это и вот это равные отрезки. Правильно? Обратите, пожалуйста, внимание, что когда мы внизу рисовали, то у нас были три равные части. И когда мы здесь рисовали, у нас тоже три равные части. Вообще-то это не случайно. Потому что, когда идешь от среднего треугольника к нижнему, то по большому счету работа такая же, как когда идешь от среднего треугольника к верхнему. Поэтому, если нам здесь пришлось делить на три равные части, так значит и здесь надо было тоже обязательно делить на три равные части. Надеюсь, что вы сами не поленитесь и все-таки по мотивам вот этой вот задачи и нарисуете себе цветными карандашами, уж у вас точно есть, да, красивую картину. Что требуется? Четырьмя разными цветами закрасить вот эти треугольники, начав, разумеется, с произвольного треугольника, да, четырьмя произвольными цветами закрасить, и после этого нарисовать и посмотреть, что